Щедрый день рождения. Магазин «Галамарт» отмечает свое 11-летие и дарит покупателям подарки. Бытовую технику, посуду, детские игрушки и многое другое можно будет купить всего за 1 рубль. Подробности в следующем сюжете. Магазин «Галамарт» – один из самых популярных в Первоуральске. Каждый день в нем совершают покупки около 800 горожан. Говорят, здесь можно найти все, что нужно – от слесарно-монтажных инструментов до посуды и детских игрушек. И самое главное – цены низкие. Для внучки дешевые игрушки выбрать, посмотреть, электронику посмотреть. Ну и вообще тут это вещи есть дешевые, которые в других магазинах будет дороже. Просто походить, посмотреть, что-нибудь найдется. Ну, здесь очень большой выбор и цены приемлемые. Можно сразу в одном магазине много купить. 26 сентября сеть магазинов «Галамарт» отмечает 11-летие и приглашает первоуральцев отпраздновать день рождения вместе. В этом году именинник по-настоящему расщедрился и подготовил для своих покупателей множество приятных сюрпризов. В день рождения «Галамарт» мы проводим акцию и дарим своим покупателям подарки. Например, берете один товар, второй покупаете всего за 1 рубль. Почти бесплатно игрушки, хозяйственные товары, электроника и многое другое. Акция «Второй товар за 1 рубль» будет действовать абсолютно на весь ассортимент магазина. Праздничная распродажа в честь дня рождения «Галамарта» пройдет по адресу проспект Ильича, 31, ТРЦ «Строитель». Магазин работает с 9 утра до 9 вечера. Николай Свердлов, Елена Пряхина, Андрей Волков. Новости Первоуральска.